В Москве не останется хрущевки. На их месте построят современные дома. Принципиальное решение было принято сегодня на встрече Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина. На сегодняшний день мы стали перед такой дилеммой. Мы собираем деньги с этих людей для того, чтобы капитально ремонтировать этот жилой фонд. Зайдя туда, мы увидели целый ряд серьезных проблем. Эти пятиэтажки были построены на срок до строительства коммунизма, как Хрущев говорил. Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на них месте новое жилье построить. И мне представляется, что это и было бы самым правильным решением. Вопрос только в возможностях столицы. Сергей Собянин доложил, что средств в Москве достаточно для переселения людей из ветхого жилья, но нужен новый закон о городской застройке в Москве. И Москва готова его подготовить. Президент согласился на это, но с условием, что документ будет учитывать и интересы переселяемых жителей. Но есть определенные проблемы, связанные с нормативным регулированием всего этого процесса. Например, есть законодательство, связанное со сносом аварийных домов. Сносили их в соответствии с постановлениями правительства Москвы, законами Москвы 90-х годов. Сегодня это уже, конечно, устарело, и входить в такой проект было бы хорошо отрегулировать это специальным законом, который мы можем подготовить и нести в Государственную Думу. Я ожидаю именно вот такой организации работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь. А здесь возникают вопросы, связанные с расселением, с районами будущего места жительства. Нужно так, чтобы это все людей устраивало. Поэтому нужно и жителями это все прорабатывать, и показывать, делать это прозрачно, показывать, что конкретно люди от реализации этих проектов получат и что они выиграют.